Приднестровье, это, в принципе, в Молдове. Вот. Это, там тоже, кстати, фотографии есть. Повезло вот это урочище Дикуль, повезло их сфотографировать там. Они очень подвержены риску со стороны вот, рубок перестойных лесных насаждений. То есть высокоствольные тополя и высокоствольные дубы в Молдове, к сожалению, уже практически вырублены. У нас тоже происходят санитарные рубки, но кое-где пытаемся сохранить участки старовозрастных деревьев, в которых эти птицы могут гнездиться. В Молдове, по-моему, достоверно найдено всего лишь одно гнездо этой птицы. У нас в Приднестровье черная айсберг гнездится. Но вот урочище Дикуль, благодаря своей удаленности и тяжелой доступности, вот эти вот птицы вот прямо таким большим-большим семейством вот, удалось их сфотографировать. Это, конечно, очень-очень такой случай был.